Латинская Америка. Дивная земля с богатой культурой ее народов и их тайнами. После поездки в Россию мы с Ларри Крофт и ее напарником Ионой продолжаем поиски могущественнейших артефактов древнего мира. Покойный лорд Крофт оставил своей дочери подсказки, и путь наш лежит уже в Мексику, на полуостров Юкатан. В колыбели майямской культуры, пытаясь остановить троицу, леди Крофт словно Пандор спровоцировал начало Армагеддона, стирающего все на своем пути. Теперь нам необходимо пройти через всю Латинскую Америку, опередить всех врагов, найти затерянный город Пайтити, заполучив там заветный ларец Кульгулькана и предотвратить гребаный конец света. Присоединяйтесь к нам! Вперед навстречу приключениям! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, но сегодня у нас уже 24-й год, как ни крути. А это значит, что обязательно должен был быть, и он выходит, выпуск с новой для нашего канала частью игры Tomb Raider. В этот раз мы продолжаем трилогию последнего гребаного ненавистного мною перезапуску, потому что я все-таки за золотую трилогию. На канале, что есть, ссылочки все на плейлисты в описании найдете на все типы Лара Крофт, которые у нас когда-либо были. Ну а это Shadow of Tomb Raider, ребят, окончательное издание. Так что давайте начал посмотрим. Я ее только-только сейчас запускаю. Я не уверен, как она у меня, конечно, пойдет. Может быть, я это, наверное, еще и перезапишу, черт знает. Кроме той вступительной части, потому что она не будет изменена. Потому что я хочу, чтобы вы видели, что у нас здесь есть. Здрасте, молодые люди. Я покажу, вот. Молодые люди, оказывается, есть. Так, гробница испытаний. Давайте параметры заглянем быстренько. Потому что у меня стоит как бы 60 FPS, а у меня показывает почему-то... Ну, по крайней мере, у меня показывает 15, что мне это не очень-то нравится. Так, я тут немножко повозился, на всякий случай решил убедиться, что все-таки эти 15 FPS не из-за программы записи, он же Action Memories. По крайней мере, он точно влияет в меньшей степени. Поэтому давайте сейчас посмотрим. Скорее всего, все-таки проблема в игре, так полагаю. Сейчас посмотрим, что можно. Так, NVIDIA MX150. Я почему сейчас это показываю? Потому что многие спрашивают, на чем и как я записываю. То есть, какие настройки. Тут заодно можно посмотреть, если что. Так. У меня вроде стояли средние качества. Их можно было изначально настроить, поэтому проблем с этим быть не должно. Можно, конечно, минималку поставить. Можно, наверное, минималку поставить. Сейчас посмотрим. И я разобрался. Относительно, в общем, у меня казалось, у меня изначально стояли высокие настройки. В общем, ребят, когда будете запускать, у вас будет, помимо вот внутренних параметров, будет внешнее окошко. Я туда не заглянул, а надо было заглянуть. Там стояли очень высокие настройки. Я поставил на средние. Посмотрим, как пойдет. Если пойдет ужасно, я скипну и переставлю на низкие. Ну, потому что мы помним, как я проходил предыдущий Tomb Raider. Ну, в принципе, адекватно, конечно, у меня работало. Но черт знает. Не знаю, что это значит, но что-то, наверное, интересное. Ладно, начинаем. Отправляемся. На всякий случай, если вдруг пойдет какая-нибудь заставочка. Она всегда идет. А. Вы посмотрите на эту кошку. Красота.
Я, честно говоря, не помню, я в предыдущих Tomb Raider выключал свою арт-заставку, вебку или нет. Но я, наверное, буду ее выключать, потому что хочется погрузиться полностью в игру. И мне реально интересно смотреть здесь за всеми деталями. Вот даже вот это вот, кошар, посмотрите, это по-настоящему красота. Посмотрим, посмотрим, как из этого будет. Давайте сначала выберем с вами... Так, сложность. Обряд посвящения, дитя джунглей, фатальная одержимость. Я фанат Лары Крофт, вы меня знаете, но я не фанат последнего перезапуска, поэтому... Нет, фатальная одержимость не про меня. Холодный расчет. Обряд посвящения. Холодный расчет. А, это, видимо, вообще легкое во всех. Помощь при прицелении включена. Больше ящиков с боеприпасами. У врагов меньше здоровья, они наносят меньше урона, а их силуэт подсвечен. Заметная белая краска на влажных точках маршрута. Больше времени на то, чтобы удержаться. Огонь в лагерях важен. Сложность головоломок. Лара дает прямые подсказки относительно последующих действий. Нет, слушай, даже по моим меркам это слишком легко, нет. Обряд посвящения. Меньше ящиков с боеприпасами. Survival, хорошо. У врагов стандартный запас здоровья и урон, а их силуэт подсвечен. В принципе, стандартный. Сложность исследования. Еле заметная белая краска на важных точках маршрута. Устраивает. Стандартное время на то, чтобы удержаться. Огонь в лагерях не зажжен. Подожди, огонь надо сейчас сжигать? Ладно, это интересно. Скорость головоломок. Лара дает подсказки общего характера относительно последующих действий. Объекты, с которыми можно взаимодействовать, подсвечены в инстинкте выживания. Нормальное окно возможно для ограниченных по времени событий. Хорошо. Так. Ну, дитя джунглей, это фатальная одержимость, это лютый хардкор. А дитя джунглей, это просто хард. Отсутствует восстановление здоровья во время боя. Меньше ящиков с боеприпасами. Отсутствует маркер попаданий при прицеливании. Так, вот это нет. Не поймите неправильно, я не возражаю, когда вот есть реализм в стрельбе. Но, во-первых, я так полагаю, здесь все-таки будет вид от третьего лица. Как я могу понять, куда я целюсь? Не-не-не-не, это уже... У врагов больше здоровья, они наносят больше урона, а также быстро определяют местоположение Лары. Вот это фигня полная, можно... Хотя с ее-то габарит... Нет-нет, она сама спрячется. Враги не подсвечены в инстинкте выживания. Без белой краски на важных точках маршрута. Огонь в лагерях не зажжен. Сложность головоломок. Не дает подсказок. То есть... Ну, в принципе, давайте вот обратно посвящение. Ну, потому что вот фатальная одержимость — это лютый ад. Можно даже не читать. И так все понятно. Ладно, давайте еще раз глянем на эту кошару. Мне она, кстати, очень нравится. Я, наверное, добавлю на заставочку. Да? Кошара! Так, ладно. Давайте... Играем на геймпаде по стандарту. Так, обряд посвящения. Так. Вот. Идеально поймал. Мы, получается, в Южную Америку. Красота. Люблю этот регион. Чтобы подтвердить полезные предметы и маячки цель, нажмите Q. Но у меня не Q. У меня геймпад. Враги отмечены красным, находятся в поле зрения друг друга. Желтый цвет означает, что враг изолирован. Оружие можно улучшить в базовом лагере, используя ресурсы. Я пока не включаю намеренно веб, потому что хочу записывать катсцены, ребят. Чтобы у нас все вышло красиво. Торговцы. Заглядывайте к торговцам. О, красота, торгулище здесь есть. Мне это нравится.
Сейчас, кстати, показывают у меня 76 FPS. С таким-то красивым видом. Спуск по веревке. Зацепившись ледорубом, нажми... А, здесь как в старые добрые. Ладно, здесь проблем нету. Спуском, подъемом. Чтобы повысить скорость плавания, тоже не поменялось. В общем, управление стандартное, судя по общему описанию. Это меня радует. Заметив под водой пузыри, подплывите к ним и нажмите X, чтобы пополнить запасы воздуха. О, вот это что-то новенькое. Вот это вот не было. Ну, когда уже заставка начнется, я уже соскучился. Мисс Крофт, вы где? Что тут Том Брейду была создана разносторонней талантливой командой, состоящей из представителей разных полов, происхождения, этнических групп, религиозных верований и мировоззрений. Хотя игра не основана на реальных событиях и представляет собой художественное произведение, она была разработана в сотрудничестве с историками и культуроведами. Такая разносторонняя сотрудничество сыграла важную роль в создании мира. Мило. Для нашего друга Майка Шерлока. Мистер Холмс. Реникс Инкорпорейтед представляет. Что ты делаешь? Я его выровняю. Crystal Dynamics представляет. Покойный Ионыч. Готовься прыгать! Да не за все! Нам придется! Ты что, совсем спятила, Лара? У нас нет выбора! Я не выпрыгну из самолета! Фиона! Вот, выпрыгнул, молодец! Мэйдэй, мэйдэй, у нас проблемы. Давай! Не хватает заставки от Лоста. Двумя днями ранее. Йода, слышишь? Да, только я не Йода. Но я слышу. О, черт. Так, на X. Ожить я могу? Да, секундочку. И, вы, наверное, тоже обратили внимание, субтитров нет. Я их включу, а они никак не влияют на качество шорца. Хотя... А можешь и не включать. Давайте пока без субтитров. Тут хорошая озвучка, меня, в принципе, устраивает. Да, без них давайте. Ты че? Так, ладно, открываем. Ой, да ладно тебе, Лара, ты в прошлый раз себе вообще вытаскивал арматуру из задницы. Из бочины. Никогда так не делайте. Джойстик-то вибрирует, кстати, с момента падения самолета, между прочим.
Ага. Я ее управляю сейчас. Хорошо. Ребят, я тут немножко все-таки поколдую. Давайте-ка мы с вами поколдуем немножко. Меня немножко не устраивает звук. Озвучка прекрасна, но вот громкость, но вот музыка перекрикивает. Давайте вот так. Впервые, кстати, такое я слышу, чтобы голоса, вот именно что голоса, перекрикивали, ну, не точнее, их перекрикивали, именно голоса перекрикивали. Вот это немножко странно. Ладно, вот так вот сделаем, нормально будет. Давай, лезем. Так. Давай, Ларинский, вперед, вперед. Как в первом перезапуске. Давай, 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 давай. Давай-ка, давай быстрее вылезай. Неприятно, что ты начала с сериала Лос, но давай все-таки вылезай. Лейкопасты. Респект. Почему ты научилась? Вот, Тринити. Значок Тринити, символ Тринити. Основные предметы используйте для перемещения, нажмите А для прыжков и препятствий. Какие прыжки? У нее чертова нога сломана. Иона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Проблик света. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес. Надо этим заняться. Домингес. О, вот это классика. А тут, кстати, есть у них фоторежим, мне вот интересно. Да, есть. Я не обратил внимания, но он есть. Выкладывайте свои лучшие снимки в социальных сетях с хэштегом. И мы опубликуем их на своих каналах Канри, которые понравятся нам больше всего. Ну, надеюсь, получится. Запомните хэштег, потом мне напишите. Так вот. Тип камеры. Ну, вот это хороший вариант. Поле зрения... Увеличим давайте-ка. Я вот, наверное, когда буду делать фоторежим, я, наверное, буду включать вебку. Я знаю, что, наверное, многие хотят видеть, как я прохожу именно с вебкой. Но насколько бы я не любил бы перезапуск последний, она очень красивая игра. Реально очень красивая. И мне кажется, что вебка бы ее только бы... Ну, реально портила, каким бы красивым ни было бы это лицо, это я знаю. Все-таки лицо покойного отца моего, и деда, и прадеда, и, ну, всех по мужской линии и так далее. Сколько сможете сочетать, сколько оно и будет. Настраиваемая глубина резкости. Вот это мне нравится. Я интенсивность немножко понижу. О, смотрите, какая... Вот... Смотрите, какая грамотная, четкая красота. Мне прямо очень нравится. Посмотрите на это. Так. Скриншоты тоже делаем. То мало ли. Никогда не знаешь, что случится. Лучше уж самому все сделать. Так. Вот это? Вроде делается. Не уверен. Скажу сразу, это зеленая версия, потому что
эта версия в своё время Steam до меня не успела добраться. Она, я её планировал приобретать в 22-м. Но все мы знаем, что случилось. Поэтому без этого. Хотя нет, подождите. Тут же много еще чего есть. Яркость можно подкрутить. Нет, яркость нормальная. Насыщенность. Вот насыщенность надо. Насыщенность всегда... Ой, нет. Слишком сильно не надо. Вот выдержка. Вот это мне нравится. Так. О, фильтры. Слушайте, вот это мне нравится. Я вот очень люблю комбинировать фильтры. Вот сделал один общий кадр. А потом накладываешь их друг на друга и что-то подправляешь для ручной работы. Я все арт-заставки делаю вручную обычно. Ну, кто меня хорошо знает, кто на меня давно подписан, те в курсе. О, глубинный. Вот глубинный мне очень нравится. Тут, кстати, куда больше. Вот это хорош. Вот свет. Мне нравится вот именно со светом играться здесь. Прям хорошие варианты. Так, ладно, давайте пока вернем классику. Рамка. Это мне интересно, но с другой точки зрения. Может годиться для заставки как вариант. Вот подобный тип рамки у меня как бы так и так есть тоже в личных настройках, но неплохо. Ладно, возьму все типы рамок. По сути, вы наблюдаете то... Так, это вьетненка стандартная. Это Far Cry. Ну ладно. Фотка, почему бы нет. О, вот это я обожаю. Вертикальная камера. Ну это уже от из шестого Far Cry взято. Ну там, в принципе, нормально, логотип. Вот логотип надо взять. Чтобы я мог, если что, его вычленить. Темный. Темный не подойдет здесь никак. Вот здесь прямо хорошо смотрится. Здесь я могу его спокойно вычленить. Да, я знаю, что существуют эти логотипы на фоне. Я, конечно, буду такой смотреть. Но лучше пусть будет запаска. Я человек запасливый. Я человек запасливый. Так, ладно, его пока вырубим. Дальше, что тут еще есть? Показать Лару. Скрыть Лару. Вот это, кстати, хорошая вещь. Мне нравится. Не то плачь, что может. Выражение. Игра. Нейтральная. Улыбка. Счастливая. А, это лицо Лары. Невинная, раздраженная, самодовольная. То есть я могу технически делать здесь арт-заставки с ее лицом, если правильно подбирать. Вот мне очень нравится, что сдвигается. Вот мне не очень нравится, что она сдвигается, эта поза. Подождите, а если я... свободу поставлю и буду менять ей позы. Вот. Торжество. Не могу? А, я так не могу, да? О, она вот светит. Ну, кстати, на муме светит. Вот это мне очень нравится. Тут хорошо смотрится. Да, многие говорят, многие, наверное, сейчас скажут, почему ты не скриншот? Я делаю скриншот, конечно, тоже. Мускулы. Мы их не увидим здесь. Обрамление вверху. Обрамление на уровне глаз. Одобрение. Разведка. Мне нравится. Вот это возьмем. Красиво смотрится. На колени. Поклон. Баланс влево. Слушайте,
здесь очень много. Лама Крофт? Подожди, это лама? Так, ладно. Что тут еще есть? Соревнования. Вот это возьмем. Да, выйдем. Продолжаем. Ну, не кажется, тут монтажа не было. Погнали! Раз, два, три, четыре, пять. Лезет Ларочка гуляет. Давай, поехали вперед. Прыжок на нависающую стену. Чтобы запрыгнуть на нависающую стену, двигайте левым джойстиком и нажимайте А. Так, штурм нависающих стен. Для перемещения на нависающих стен используйте ЛС. Подробности в памятке по выживанию. Спасибо. Так, подожди, вернись-ка. Хорош такой угол. Можно взять. Вы меня правильно поняли? Фоторежима ведь будет у нас очень много. Ну, это и хорошо. Кстати, интересно, а если я буду использовать Лабу Крофт, она свалится? Например, стало интересно. Поле зрения я сделал побольше здесь. Возможно, эпизод будет не таким длинным, как первые наши сами начинающие, но... О! Вот это хороший кадр. Вот так вот сделаю, чтобы вроде бы мыльно, но четко. Хороший вариант, вы посмотрите. Чтобы, во-первых, Лару было видно, это первое. Вот ту кошку, да когда ее засунуть, я не знаю. Ну ладно, разберусь. Так, вверх, вот оно как. Вот, хороший кадр. Вот здесь как раз-таки выйдет изображение Том Рейнер. Я, по сути, прервался, сейчас делаю еще и арт-заставку. Вы не представляете, как сложно порой их делать. Ну, хотя нет, представляете, конечно же. Хороший кадр очень сложно найти. А тут прям вот такая красота. Вот, вот это возьмем. Хороший кадр, мне нравится. Вот это точно будет арт-заставка, если только что-то интереснее не найдется. Вот. Я делаю скриншотами, мне проще так. Не забито. Так. Я, конечно, мог бы свои фильтры применять отдельно, но здесь мне очень нравится чисто игра света. Очень красиво. Так, ну с рамками мы с вами провозились, конечно, в свое время. А вот это, кстати, фото на память. Фото на память, чем будет? Мы же операторы. Вот это... Ладно, я уже испортил, конечно, сдвинув. Так, нет, не выходим. Вот так вот сейчас сделаю фотку одну. Так. Логотип. Логотип не понадобится. Вот мне интересно.
А, нет, тело... Что значит сила мышц? Не понял тут, что значит сила мышц? Это, видимо, расслабленность может быть лица, что он в духе. Выражение. Ну-ка. А у него, кстати, да, лицо меняется. Но я его не увижу. Хотя есть одна идея, когда дайте-ка гляну, может получится. Чисто... Я вам покажу. Смотрите. Ларочка такая. Так, подождите, я ее сейчас подниму, чтобы я мог с вами над этим смеяться. Самодовольным. Извините, я не мог не покривляться, обожаю подобные. Да. Ладно. Так, вроде пофоткали, полезли дальше. Хотя бы до первого чекпоинта. Тут реально очень красиво. Слушай, кстати, Майю реально постарались. И разработчики молодцы. Так, нависающие уступы, чтобы... Ясно. Давай, залезай. О, мой первый опыт. А вы правильно меня поняли, опять фотки. Нет, тут реально... О, это карта. Вот, кстати, знаете, помните, наверное, когда проходили предыдущую часть перезапуска-то... О, восхождение Лара Крофт. Мы с вами... Я тогда пропустил один артефакт. Мне до сих пор бесит. Ну, в Турции. Да, по-моему, там. Да, по-моему, в Турции был артефакт. Я думаю, какой бы угол хороший бы взять. Так, а что если бы нам с вами поле зрения? Поле зрения... Нет, в принципе, вот такой давайте возьмем. Так, расстояние, понятное дело, уменьшим. Вот так вот. Мне очень нравится, что она в профиль так сделана. Если получится, я, наверное, сделаю из этого хорошую арт-заставку в принципе, но... Навряд ли, конечно. Но... Попытка не пытка. Так, так, так. Я немножко так поверну, чтобы лицо было видно. Да, я хочу поиграться потом с лицом. Так. Яркость слегка уменьшу. Насыщенность. А сколько насыщен? Так, нет. Желтуха, она у меня болеть не будет. Рано еще. Только недавно сделал инфекцию себе. Выдержку. Выдержку сделаем. Вот так вот. Теперь давайте сейчас это пофоткаем. Вот это... Это в яблочко. Это в яблочко. Это заставка в яблочко. Я сделаю пока вот чисто вот цветовые решения. Да, кстати, очень хорошо смотрится на ней. Желтуха не очень идет. О, вот тут она прям как...
Слушай, она тут вылитая Клэр Редфилд. Так, походу с Куаредикс у Капкома начали воровать. Либо Капком у них. У нее суровое лицо. Мне оно не нравится таким. Давайте подберем что-нибудь. Невинная. Раздраженная. Дайте я фильтр только вырублю здесь. Ну, чтобы нам с ним не возиться особо. Так. Я посмотрю, какая мимика у нее лучше будет. Самодовольная. Да, я скриншот. Мне проще скриншотами. Я не знаю, какое четкое будет разрешение или нечеткое. Но так хотя бы я вручную сам поскриншочу здесь. Плюс я еще не знаю, делаются ли скриншоты внутри. Нет, я знаю, что здесь есть кнопка скриншот. Я не знаю, будет ли она сама игра это делать. Вот это мне нравится. Вот так вот. Вот это номинант, это номинант. Это, слушай, я чувствую себя Куплином, который делает арт-заставки. Хотя я лучше него делаю арт-заставки. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хотя, спасибо, кстати, Голсту, что он сегодня похвалил заставочку к Сонику. И Даниилу тоже спасибо, ребят. Спасибо за вашу поддержку. Я читаю ваш комментарий, вы что, удивлены? И да, я записываю это в субботу. Вот это хорошо. Я думаю, я, наверное, совмещу улыбку с вот с таким вот просматриванием. Я почему, кстати, делаю так, потому что это позволит сделать более качественные. Так, теперь давайте еще раз с фильтрами повожусь. Это мне нравится, чтобы можно было поднастроить цветовое решение. Вот мне нравится, что здесь очень много фильтров. Вескер застрял в фильтрах, да? Ну, что поделаешь, как замечал в свое время даже Хавот, Альберт Вескер очень любит фильтры. Вот это хорошо. Так. Ну, я реально очень люблю вот фоторежимы, мне нравится. Я очень люблю заниматься созданием каких-то таких статичных искусств. Хотя анимацию тоже люблю. Я вот этим очень восхищаюсь, честно говоря. Это моя страсть в каком-то смысле. Многие бы сказали, а почему ты не пошел на это работать, потому что экономика тоже моя страсть. Так, все. Давайте возвращаемся. Нафоткал много чего, мне этого хватит. Иона, я на месте. Иду внутрь, уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. Добрый день, мое сокровище, мое золото. Мы богаты. Как красиво. И не говори. Эстетиков. Лара! Ого! Ты только посмотри. Ага, Ионыч. Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за метком твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Храм. Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой.
Тут есть дата, но... что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Гениально! Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, да, ты должна снять! Давай, делай кадр, как я бегом! Ой, вибрирует ты. Ну же! Ну же! Быстрей! Бегом, давай! Бегом! Я ей управляю на секс-сучи. Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. А кто бы говорил? Внутри, бы? Это точно. Но вряд ли бы что-то делал. Иона. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что после всего этого я умираю с голоду? Кита бы съел. Касумель, Мексика. Вот он. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике. Не один раз. Спец по руинам доколониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Вдоль Амазонки. Смотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. Бразилия? Перу. Перу? Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Да, я тоже. Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Оставим это прекрасное зрелище на следующий эпизод. Ребята, надеюсь, что вам понравилось этот эпизодик. Да, в основном, конечно, вот здесь с настройками, но здесь реально очень интересная затравочка. Надеюсь, что вам понравилось. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Дискорд, ВК, ДНР. Ссылочки все на предыдущий Лара Крофт в описании. А то мало ли говорят, что нет ссылок. Есть ссылок. Все есть. Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Какое постараюсь подкрепление? Им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Посмотрите на эту красоту.
А с вами был Вескер, Амбрелла Тэтчинг в прямом эфире из Мексики. Удачи!